27 июня 2020 год. Я не снимал 2 года нашу набережную. Но я вижу, что ничего не поменялось. Только наоборот, хуже стало. В бывшем речном вокзале уже даже нету стекол последние. Забрали и буквально вынесли. А Днестр поднялся, меня и привлекла набережная нынешнего года, 2020. Сейчас мы с вами спустимся к ней, вижу, поднялся и хорошо Днестр. Ну что, спускаемся. Тут все по-прежнему. Буквально в городе ничего не меняется. Итак, памятник Холокосту. Страшное время было, сколько погибло евреев. Снятся мне перелетные птицы из далекой и праведной песни, и казенные стены больницы вдруг становятся узкие и тесные. И луна над моим изголовьем манит тихо меня из постели. И бинты, проржавевшие кровью, превращаются в алые перья. А дружок, непомянутый лихом, деликатный, как есть, городской он, потянулся к звезде своей тихо. Медсестричку не побеспокоил. И от этой великой утраты я подумал, слабеющим мозгом. Видно, в чем-то мы здесь виноваты. Слишком рано летим к своим звездам. Отыскал наконец-то свою я. И кровать сжал покрепче руками. До свидания всем тем, кто воюет. И прощайте все те, кто не с нами. Это стихотворение и другие я готовил к нашему Дню Победы. Я думал, 22 июня выступить, но не получилось. Так, я подошел к Днестру. Ничего буквально не меняется. Нижний ярус. Вот он, нижний ярус. Так, сделаю тут паузу. Потому что снимать много тоже не хочу. Я так пройду и покажу, как поднялся у нас Днестр. Увидимся там, ну, около ракеты.